приветствуем. Ну что ж, это я, Фасадинг, и сегодня... Да, я добрался наконец-то Angry Birds трилогии. Ну, давайте посмотрим. Как вы знаете, что... чем Angry Birds трилогия особенна? Сейчас мы с вами узнаем. Ну... В общем, на самом деле не то, что узнаем. Ну, как бы мы все уже много знали об этом, но... Сам лично никогда и не пробовал. Ну что, у нас есть... Angry Birds трилогия состоит из трех игр, как говорится, Angry Birds Classic, Season Serio. Конечно, там не все, что есть на самый момент сейчас. То есть, ну вы знаете... Ну вы знаете, то есть у нас много уж обновлений повыходило, что... Поэтому тут точно не все уровни из них, из оригинальных игр, но... Кое-что есть тут интересное. Для начала давайте начнем с классика. Я, знаете, хочу знать, что сделать. В общем, я буду проходить все. Хоть, как вы знаете, я уже проходил, хоть я уже снимал это в обычных Angry Birds. Не триложный, но теперь, видите, вот оно. Итак, в обычном Angry Birds, в разделе Angry Birds Classic, мы видим только эпизодов сколько? 7, 8, 9. 9 эпизодов из обычных Angry Birds. Birdy Party, как я понимаю, не полностью готов, да. У нас есть золотые яйца и даже бонусные уровни. О, вот в основном мы пришли сюда ради бонусных уровней, да? Но погодите, не стоит спешить. Давайте-ка оставим самое интересное напоследок. Ну, может быть, не на совсем последок, может быть, на серединку. Но мы знаем, что бонусные уровни — это очень интересно. Должно быть. Ну, ведь тут всего 6, там тоже где-то 6 и еще 8, кажется. В общем, всего должно быть около 18, либо 21, я не помню уже сколько уровней. Ладно, не будем спешить. Давайте посмотрим, что у нас такое с обычным эпизодом Porsche Tex. Начнем, потому что именно с него. Какой-то король похож на обычного свина. Да, как видите, одно из нововведений — это анимированные картинки, анимированные заставки. Новые. Для нескольких эпизодов Angry Birds Classic. Второе изменение, которое видите, смотрите на фон. Да, почти все фоны, ну скорее даже все фоны, были, смотрите, какие они крутые фоны. Смотрите-ка, теперь они не просто картинка, они даже двигаются. Видите, вот так называемые деревья, либо бамбуки. Ну и давайте начнем проходить. Прошли. Ну, уровни, как вы знаете, начальные будут, как всегда, быстрые. О, достижение получено. Да, тут достижение есть. Другая картинка нового рекорда. Одна звезда. Как вы думаете, как проходить на 3 звезды? Ну, это же первый уровень, но... Надо, ну, уметь. Вот тут получили хотя бы 30 тысяч. Как вы знаете, снова давайте скажу, что я не собираюсь проходить все на 3 звезды. Ну, все-таки...